Заодно сравним и два УСМ от Хадсана от выпуска 12 14. Отличия есть, не слишком принципиальные. В частности, форма корпуса УСМ претерпела некоторые изменения. Снизу старый, сверху новый. И вот, как мы можем заметить, основные отличия УСМ старого и нового в форме самой колодки УСМ пластиковой. На новом она выше, на старом была срезана. Кроме этого, появились фиксаторы на рычаге подъемной задержки. Курок сделан более культурно, так скажем. Тем не менее, взаимозаменяемость есть. И мы сейчас поставим УСМ обратно при помощи вот этой вот волшебной палочки. Потом мы ей поедим суши. Все, дешево и сердито. И овцы целы, и волки сыты. Ну что ж, друзья, Хадсан 2014 года, ружье хорошее, некоторые недостатки типа необходимости посадки на фиксатор мушки, стойки мушки, винтов колодки прицела, она остается. Нормальное ружье. Так что, братья по оружию, Хадсан остается в строю, всем успехов, всем успешных выстрелов.